Конечно, в действии хотелось бы. Ну я не знаю, вот вы сказали, что не знакомились с трассой, у меня как раз вопрос был, сравнение, вот сейчас уже я понимаю, как бы первое соревнование на Херсонщине, хочется потешить свое самолюбие и сразу сравнивать украинский Париж-Дакар, насколько корректно это сравнение? Нет, ну безусловно оно некорректно, что действительно корректно, ну судя по тому, что я видел на старте, то есть я так понимаю, что трасса будет из этого состоять, это действительно песок, я честно говоря даже не думал, что в Украине такое есть, есть действительно дюны. Ну, более детально после гонки, конечно, можно будет сказать. Но Дакар – это марафонская гонка. Там есть все, там не только песок. Она длинная, и этим она как бы уникальна. Поэтому тут сравнивать нельзя. То есть спецучасток песчаный – это хорошо, конечно, да. Ну, и это, пожалуй, наверное, первая гонка в Украине такая будет песчаная. Ну, я так надеюсь, что она такая будет. Но, судя по внешнему виду, да. Скажите, вот какие особенности подготовки техники вот именно к таким песчаным гуртам? Гуртам, кроме колес, там… Покрышек, то есть как еще готовиться? Некоторые свои машины очень сильно модифицировали, допустим, от грязи к песку. То есть сильно приходится? Нет, на самом деле настройки подвески меняются слегка. В общем, машину сильно уже не переделаешь. Она подготовлена, ну моя вот конкретно машина, ну она и так очень сильно модифицирована. И в зависимости от покрытия меняются только покрышки и настройки подвески. Из нынешних участников кого? Просто насколько много вот реальных для вас будет конкурентов? В гонках тут я не могу выходить на старт. Вот, допустим, да, у меня там может быть больше опыта в последние годы. Я очень много где был. Но это не означает, что я тут сразу уже автоматически главный претендент на победу. Потому что пески – это как раз мое слабое место. Почему мне и очень это вот интересно завтрашняя гонка. Потому что ну реально это мое слабое место. Я часто там ошибаюсь и плохо получается. Поэтому, как бы, я не знаю, у меня там идея есть остаться здесь после гонки, еще потренироваться хорошо. Поэтому на этом этапе я как раз даже, пожалуй, больше шансов у Юры Кондратьева выиграть, чем у меня. Даже так вот изначально, еще не стартуя, мне так кажется. Из тех машин, которые вы видели, что вас удивило? У нас, допустим, там один аппарат, который... Старого УАЗа переделали такую интересную конструкцию. Ну, для меня здесь как бы удивительных машин нет, потому что тут одни и те же участники. Единственное, что вот сейчас очень порадовало, приехали новые люди из Крыма, 9 экипажей или 10. Вот, как бы, ну, это в любительском засчете, в рейде они пока поедут. Ну, будем надеяться, что им понравится, они, может быть, в спорт будут переходить, будут прогрессировать. А спортивные машины, это у нас тут все одни и те же, я их знаю очень хорошо, поэтому мне тут, ну, чем же меня удивишь. Все время одни и те же участники. Если немножко для людей далеких от этого вида спорта, а какого уровня это соревнование? То есть оно, не знаю, там, финальное, полуфинальное позволяет куда выйти? Это этап Кубка Украины. Их 4 в этом году. Вот первый прошел Баха-Киев была.
И будет еще в Крыму гонка, и будет в Днепропетровске. По итогам всех соревнований определяется обладатель кубка по итогам года. То есть в каждой гонке набираются очки, потом они складываются, у кого их больше, тот выиграл. Представьтесь, пожалуйста, как полностью у вас подписать титров правильно? Новицкий Богдан, титулы какие-то назвать. Да, да. То есть... Обладатель Кубка Украины прошлого года, позапрошлого года в зачете продакшн, участник чемпионата России, там несколько раз был и в призах, участник ралли Дакар. Кубка с ралли рейдов, правильно? Да. Ну, естественно, я только про ралли-рейды и говорил, собственно. И сколько лет вы уже этим занимаетесь? С 2006-го, 3 года. Чуть больше. Кишківських пісках. Мало хто знав, чому ми йшли крок за кроком, піднімаючи. Він називається в цьому році піщаний лабіринт. 82 кілометри. Я вітаю всіх, хто 4 роки мені допомагав і цей проект спортивної галузі в Україні. Я хотів би чемпіонату України по раллі-рейду оголошую відкритим. Для того, щоб зробити спільне фото. Також можемо чекати здесь самого главного гонщика на сьогоднішній день Селенкова. Ну, я вже давав відповідь, що ми до цієї події йшли поступово 4 роки. Ми змогли показати високий рівень готовності. Нас підтримало Міністерство молоді і спорту. Ми захистили цей маршрут. І тому Херсонщина входить вже в класифікацію самих складних гонок, яка є в Україні. Ну, я спробую. Я спробую. Модифікований автомобіль, який предоставлений був на Париж. Ну, на ті, які ви бачили. Це одна із херсонських команд. А хто тут бере участь, звідки прибули учасники? Значить, сьогодні пройшла реєстрацію
72 екіпажі. І у нас сьогодні представлені 4 команди з Росії, із них 2 учасника перегонів Париж-Дакар, команда з Молдови, з Прибалтики, 10 команд з Автономної Республіки Крим, які до цього не приймали участь, але вони зацікавилися. Ну, тому я думаю, що завтра буде дуже цікава гонка. Сьогодні вільних готелів в області вже немає. Давайте оцінку, що це? Економіка? Можливо. Спорт? Да. Туризм? Да. Але те, що я обіцяв, я буду приймати різні програми, які піднімають імідж Херсонської області. А маршрут хто вигадував маршрут? Є вимоги, є міжнародні стандарти і ці вимоги, які відповідають цим стандартам. Прошу подарку, ви де проходите? Це Олешківські піски. По периметру 82 кілометри. Тобто це те, про що ви раніше говорили? Безумовно. Це один із проєктів розкриття і пустелі Олешківські піски. Дерида Трансарильтан 2008 является мастером спорта Украины. 204 экипаж. Ребята, выйдите. Кондратьев Юрий и Кизяков Андрей. И под стартовую арку уже готовится стартовать 205 деле первый раз в Украине происходит такого уровня соревнований. Первый раз у нас такая трасса. Очень тяжелый песок, дождик внес свои коррективы, но очень интересно. Просто бесценный опыт. Те элементы трассы, которые сейчас имеют место,
потрясает своей величественностью, так можно еще сказать. Очень много плюсов. Минусов, собственно говоря, я и не вижу. Все очень нравится, все замечательно. Едем, вкатываемся. Ну, завтрашний день пока покажет, кто правильно подготовился. Сейчас технику еще обслужим. Все думают, что все будет хорошо. Может быть, она слишком тяжелая? То есть нельзя показать как бы всех своих возможностей, все время больше с поворотами. Говорят, что даже нет почти прямых участков. Есть прямые участки. На самом деле, мы сейчас посмотрели по навигации, максимальная скорость 138 км в час была по данному грунту, по данному типу трассы, достаточно приличная скорость. Все зависит от степени подготовки автомобиля, от того, каким образом происходят тренировки, от наката. Очень много факторов, от слаженности экипажа зависит очень много. В чем особенность вождения именно по пескам? В особенностях вождения по пескам? Секундочку. Особенность вождения по пескам в том, что очень мало было переключений передач. То есть фактически всю трассу идем вторая, третья. В основном это вторая, педаль в пол, для того, чтобы полностью всю прелесть мотора выжать из автомобиля. И в этом случае и траекторию держит, и рулится нормально, и газом можно поиграться для того, чтобы войти в поворот. Потому что отрицательные повороты больше 90 градусов, право-лево очень тяжело проходятся, когда мощность мотора очень низкая. Тут особенностью является то, что нужно правильно выбирать траектории. Иногда приходилось уходить с траектории влево-вправо для того, чтобы зайти в поворот в другой под угрозой какого-то переворота, сноса, то есть сносит. Особенности трассы по большому счету позволяли это делать. На самом деле все очень понравилось. Скажите, что вы могли посоветовать ребятам, которые хотят заняться таким видом спорта, то есть советы новичкам? На самом деле есть у нас зачет, рейд так называемый, куда можно приехать на абсолютно стандартном автомобиле с обычными ремнями безопасности и с обычным шлемом мотоциклетным, каким-нибудь твердым шлемом. И можно пройти всю трассу, которую проходят спортсмены, дабы оценить и свои возможности, и поучиться у спортсменов чему-то. На самом деле мы и семинары проводим для начинающих спортсменов, и штурманские семинары, и в скором будущем будут и семинары для пилотов. Для того, чтобы научить людей, на самом деле, вы посмотрите, у нас 35 автомобилей заявлены в категории рейд. Это очень много. То есть там на самом деле готовятся те кадры, которые в ближайшем обозримом будущем перейдут в спорт. Мы ведь тоже в свое время переходили. И вопрос для другой программы, для молодежной. Скажите, пожалуйста, вот человек, который занимается ралли, какой-то человек по характеру, изначально или становится? Нет. Человек это изначальный. Если можно так выразиться, он безбашенный в хорошем смысле этого слова. То есть мы сюда приезжаем ради общения. Все мы со всей Украины приезжаем. Здесь ребята из России, из Молдавии, и ближние и дальние зарубежья обязательно к нам все приезжают сюда для того, чтобы поучиться, научиться. Становится реже становится. То есть на самом деле нужно любить активный вид отдыха, так скажем. Потом он плавно потихоньку переходит в спорт. Ну, будем надеяться, что он дальше плавно потихоньку перейдет в профессиональный спорт. На самом деле мы все для этого делаем, стараемся, уже те времена наступают, когда уже есть у нас и поддержка со стороны администрации, со стороны властей, как исполнительных, так и законодательных. Трудимся, работаем в этом направлении. Расскажите немножко о себе, как вас зовут, какие у вас титулы? Меня зовут Андрей Киндяков, я из города Харькова. Я являюсь серебряным призером Кубка Украины, кандидат мастера спорта. Ваша команда в каких соревнованиях участвовала? Наша команда участвовала в соревнованиях в прошлом году. Это был Трансориенталь, гонка была Санкт-Петербург-Пекин. Это была серия Дакар, это европейская серия, которая проходила по территории Венгрии и Румынии. Ну, вот, собственно говоря, все этапы Кубка Украины едем. В планах будущий год поехать все этапы чемпионата России. А сколько вам лет и сколько лет уже занимаетесь ралли? Мне 35 лет, я 10 лет в автоспорте с 1999 года, когда все только становилось на круги своя. Мы стояли у самых истоков. Спасибо большое. 100% песка, вся трасса это песок.
Сложность заключается в том, что постоянные перепады высот вверх-вниз, бугры, подбросы, ямы, вправо, влево, постоянно закрытые повороты. То есть буквально немножко, там процентов может быть 10-15, где более-менее открыто, где можно быстро ехать. А так, в основном это уже какая-то интуиция. Вот, то есть трасса действительно тяжелая, таких сложных трасс еще не было. Она хоть и не самое длинное кольцо, 80 километров и всего 4 круга, это 320. Но эти 80 километров ты рассчитываешь свои силы на короткий промежуток и выкладываешься на все 100%. Я уже шутил по поводу того, что не рассчитал метров 500 до финиша, силы закончили за 500 метров, еле доехал. То есть действительно силы рассчитываешь, то есть максимально в каждом повороте, каждую секунду понимаешь, отыгрываешься. У меня завязалась очень серьезная борьба с Новицким Богданом, прошлогодним обладателем Кубка Украины. Вот у него хороший накат, он в этом году участвовал на Дакаре, то есть как бы пустыня для него и песок совсем как бы свежо в памяти. Вот. И у нас очень серьезная борьба, я думаю, что она будет сохраняться. Пока нам везет, все, слава Богу, то есть довольны. Устали? Устали не то слово, то есть я же говорю, как-то получается, что перед этим была гонка в Киеве, там было кольцо 250 километров в первый день и 250 километров в другой. Но там устали гораздо меньше. Здесь постоянная рулежка, постоянно в напряжении едешь, очень много опасных участков. А второй круг стал еще сложнее, потому что машины накатали большую колею, и в этой колее на большой скорости в повороте, то есть ты как трамвай поворачиваешь, но есть такая вероятность, что просто может слететь покрышка, то есть едешь всегда очень внимательно, и если ты вдруг немножко в повороте где-то не попал в колею, выкидывает из колеи с возможностью переворота. Очень много